исчезли все дворники. Никто не сметает с тротуаров желтые и красные листья, которые валяются на земле, как золотые дохлые рыбки в аквариуме. Это было в прошлый четверг. В то утро я проснулась и увидела, что все деревья за окном вдруг пожелтели. «Ну, началось», — сказала я себе. «Теперь дворники начнут сметать листья в кучи и сжигать их, как еретиков». Но это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все дворники куда-то исчезли. А может быть, дело не в дворниках. Я просто проспала. Сегодня воскресенье. Максим не идет в институт, а папа на работу. И мы весь день будем дома. Все втроем весь день. С утра до вечера. Доброе утро, папа. Доброе утро, Макс. Доброе утро. Садитесь все за стол. Завтракать быстро. Дворников больше не будет. Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры. Так, бедные дворники. Да. Что-то новенькое. Ну, совершенно верно. Я же редко повторяюсь. У меня обширный репертуар. Опять? Да. Послушай, ребенок, ты не забыла случайно, сколько тебе лет? Успокойся, помню. Помню. 16. Расцвет человеческого интеллекта. Твой интеллект давно уже цветет, не останавливаясь. Днем и ночью, зимой и летом. Почему? Странно. Ну почему? Осенью. Осенью тоже, кстати. Говорят, в городе появились апельсины. Макс, когда ты сегодня пойдешь на свидание со своей Фифой из хореографического, то захвати авоську. Я сегодня никуда не пойду. Ой, что, уже началось, да? Что началось? Ну как что, пап? Да ты что? Пора умирания большой любви. Папа... Пап, пусть она замолчит. Нет, ты можешь помолчать. Да в самом деле, Макс, да на черт она тебе сдалась. Ты ж психоров наш век. Да это ненадежно. Не болтай чушь. Уши вянут. Ой, ну все. Не буду. Максим, солнышко, бедный влюбленный юноша. Дай я тебе салатику положу. Алло? Попросите, пожалуйста, Нину. Кого? Нину. Это тебя. Очень мужской голос. Да. Здравствуйте. Вас зовут Нина? Спасибо, я в курсе. У вас чудесный голос. Вы извините, я волнуюсь и, наверное, говорю пошлости. Я видел вас в театре. Ну что ж, очень может быть. Видимо, это было на моей последней премьере. «Преступление и наказание». Да нет. Вы сидели в амфитеатре. Мой товарищ, оказалось, совершенно случайно знает вас и дал ваш номер телефона. Это как раз понятно. Непонятно другое. Последние 32 года я не бываю в театре. Нина, ну это не серьезно. Вы поймите, мне необходимо вас увидеть. Просто необходимо. Меня зовут Борис. Борис, я очень сожалею, но вас разыграли. Я еще ребенок, мне только что исполнилось 16 лет. Ну, это не так плохо. Вы еще достаточно молоды. Ну, ты как? Увидимся? Хорошо. Хорошо, мы встретимся сейчас. Вы угоняете машину марки «Москвич» и едете в сторону пустыни Гоби. Я надеваю красный комбинезон и желтый картуз и еду в том же направлении. Там мы и встретимся. Хорошо. Угу. Одну минуточку. Вы не дворник по профессии? Нина, вы чудо. Только нельзя ли встретиться где-нибудь поближе? Мужчины, ни капли романтики. Это ужасно. Ладно, в конце нашей улицы. Вы знаете, на какой улице я живу? Да, конечно. Ждите меня там. Может быть, я и приду. Жду. Адье. Теперь пусть ждет. Кстати, Максим, ты познакомился со своей Фифой тоже по телефону?
Ты можешь помолчать, Нина? Сколько угодно. Ну вот. Вот хорошо. Ребята, нужно обсудить одно дело. Я хотел с вами поговорить. Вернее, даже посоветоваться. Папа, ты извини, я не смог ей вчера сказать. А что? Интересно, что, а? Да ничего. Дело в том, что мы с Натальей Сергеевной решили жить вместе. Ну, связать свои судьбы, что ли. Вот. Как? Ушел. Нина, я тебе потом все объясню. Ты все поймешь. А как же? Нина. Как же мама? Ниночка, маму не воскресишь. Как же мама? Нина, маму не воскресишь. У отца жизнь не кончена, он еще молод. 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 Ему же уже 45 лет. Нина, мы с тобой взрослые люди. Это ты взрослый, а я маленькая. Мне 15. Не прибедняйся, 16. Отец и так долго держался, понимаешь? 5 лет один ради нас. И ради мамы. Он все равно любит маму. Маму не воскресишь. Мам, что ты заладил, как осел? Не воскресишь, не воскресишь. Нина, значит так. Отец будет жить там. У нас просто негде. Да и даже хорошо, что папина мастерская станет твоей комнатой. Тебе давно пора иметь свою комнату. Ты взрослый человек. Ты куда? Пройдусь. Да. Ну так как же, Нина, мне ждать? Или встретимся в следующий раз? Ждите. Это отвратительно, страшно. Было бы из-за кого, а это... Да, единственное, кажется, утешение, что все мужчины, судя по всему, одинаковые. Все, до одного, даже мой папа. А этот, ну тип, знакомится с женщиной по телефону. Вот, наконец, место нашей встречи. Ясно, это он. В руке, как дурак, держит 3 жалкие астры. Правда, кажется, он даже красивый. Потрясающе. Самый красивый парень из тех, кого я видела. Тем хуже для него. Уставился. Наверное, потрясен, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Слушай, а я вот сейчас по телефону. Разве с тобой разговаривал? Со мной. Странно. Но ведь Андрей же говорил, что ты... Андрей Волохов, да? Из 5-й квартиры. Он шутник. Вы что, разве раньше не замечали? Он пошутил, дал номер моего телефона. Одно время он мне писал любовные письма. И подписывался гиперболоидом инженера Гарина. Так, оригинально. Ну ладно. Тогда, во-первых, эти цветы тебе. А во-вторых, где мне ее теперь искать? Кого? Да ту девушку, про которую Андрей говорил. Слушай, а тебе действительно лет 15, а? Нет, мне не 15, 16. Ничего, что я на ты? Ничего. Со мной на «вы» вряд ли получится. А знаешь что? Раз уж так получилось,
Пойдем в парк, погуляем. На каруселях покатаемся. Пойдем? Ну, пойдем. Мороженое съедим. Ты мороженое любишь? Угу, люблю. Все люблю. В парке мороженого не оказалось. Там вообще ничего не оказалось. Кроме скамеек пустых. Вы знаете, а мороженое только в кафе продают. Ну что ж, пойдем в кафе. Пойдем. Было бы глупо, если бы я упустила такой случай. Что же все-таки мне делать? Где ее искать? Красивая. Очень. Подумаешь, вон их сколько красивых. Даже я и то буду красивой, когда вырасту. Но если вам так хочется найти именно ту, снарядите экспедицию, наберите команду, а меня возьмите юнгой. Знаешь, самое интересное то, что ты действительно явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои 23 года я впервые сталкиваюсь с таким экземпляром, как ты. Это что, мой возраст? Или то, как я выгляжу, позволяет вам разговаривать со мной в таком тоне? Ну, не сердись. С тобой забавно разговаривать. Кстати, у меня есть предложение. Выходи за меня замуж. За старика? Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на 7 лет. Чтобы он умер на 7 лет раньше меня, и я, как дура, ходила бы вдовой. Вообще, самая приятная вещь – остаться старой девой и варить из айвы варенье. А мама не возражает против такой установки? Мама, в принципе, не возражает. Мама погибла 5 лет назад в авиационной катастрофе. Прости. Прости, ради бога, я не знал. Ничего, бывает. Я хочу еще мороженого. Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий, красивый парень послушно поднялся и направился к стойке. Потому что это я. Я потребовала еще порцию мороженого. Интересно, он еще посидит со мной минут 15? Ну вот, и я. Спасибо. Скорее бы зима. Вы на санках катаетесь? Последнее время только этим и занимаюсь. Когда он это сказал, я сразу поняла. Передо мной взрослый, вероятно, очень занятой человек. Я подумала, что хватит, нужно раскланяться и убраться во свояси. И неожиданно для себя сказала. Пойдемте гулять. Это была вершина моей наглости и хамства, но он не дрогнул. А уроки когда делать? А я не готовлю уроков. Я способная. Мы гуляли по городу до тех пор, пока не начало смеркаться. Слушай, это отец подошел к телефону? Нет, брат. Хороший брат, качественный. Ленинский стипендиат. Не то, что я, у меня по литературе тройка. Ну, расскажи о нем. А что рассказывать? Брат как брат, ничего такого особенного. Правда, он у меня в некотором роде морально неустойчив. Вот интересно, расскажи только подробно. Все очень просто. Сейчас, например, он увлекается балетом. Ну, нынешняя девица у него из хореографического. А в прошлом осенне-зимнем сезоне у него была такая длинная глиста из консерватории. Слушай, отец у тебя хороший? Ага. Он хороший художник, декоратор. Он в театре работает. Хороший, да вот, жениться вздумал. Ну и пускай. Как это пускай? Не пущу.
Еще было бы на ком, а то это. А ты злющая. Ну, я пошла. Знаешь что? Давай я тебе позвоню, когда мне будет не очень весело. Нет. Лучше я позвоню вам, когда мне будет не слишком грустно. Вечером папа уходит. Как же это? Как же это я? Да, я чуть не забыл. На днях на заседании худсовета главный режиссер рассказал совершенно потрясающую историю. Дело было в Твери еще до революции. В местном театре давали премьеру. «Горе от ума». Ну, актеры волнуются. В зале вся знать. Особенно волнуется главный герой Чацкий. Стоит за кулисами сам не свой. Слышит свою реплику. Разбегается. И падает прямо посередине сцены. Ну, в зале смех. Актер властным жестом останавливает публику и произносит одним духом. Проехал от Москвы до Твери, нигде не встретил такой двери, запнулся за порог, и я у ваших ног. Смешно. Потрясающе находчивый парень. Пап, ты будешь звонить? Да, конечно. Я сегодня же вечером позвоню, Макс. Макс, я узнал, что скоро пустят новую линию троллейбуса. Как раз от нас к вам, или, то есть, ну, от вас. Ну, какая разница? Ехать каких-нибудь 20 минут. Папа, все будет в порядке. Все будет хорошо. Пока. Ладно. Пока. Я позвоню, Макс. Ушел. А вещи свои оставил. Но потом он их, конечно, будет уносить, как это у людей делается. И унесет только мамин портрет со стены. Нина, папа ушел, но все будет хорошо, он будет звонить. Предатели. Вы оба предатели. Нет, ты соображаешь, что ты говоришь? Вы оба предали маму. Он ради той женщины, а ты ради себя. Нина. Чтобы ни о чем таком не думать. Чтоб спокойно жилось. Нина. Этим вы меня убили. Я теперь совсем одна. Ты глупости говоришь, Нина. Нас двое. Ты и я. Давай успокоимся, лучше подумаем, как будем жить дальше. Давайте заварю крепкого чая. Будем с тобой пить чай. Потом постелю тебя на новом месте. Знаешь, это хорошо, что у меня есть своя комната. Но можно я пока посплю на своем диване? Алло? Макс? Папа? Доброе утро, Макс. Доброе утро, пап. Как дела? Все хорошо, ну все в порядке, не волнуйся. Как Нинуха? Нормально. Пап, ты меня извини, я убегаю в институт, тороплюсь. Давай созвонимся вечером, а? Хорошо, до вечера. Пока. Пока, Макс. Нинк?
Я ухожу. Вернусь, обязательно проверю твой дневник, слышишь? Я ушел. Ах, папа, папа, что же ты наделал? Я так интенсивно мучилась, что у меня начал побаливать мой проклятый бок. Мне не хватает, чтобы возникла эта болячка. Я, наверное, смогла бы написать роман о том, как я прожила эти 3 дня. Вернее сказать, как я выжила. И первая часть романа называлась бы «День первый». Потом со мной случилось что-то. Я даже не могла понять, что. Я набрала номер его телефона. Бориса. Набрала и с ужасом слушала, как на меня накатываются протяжные густые гудки, как волны, накрывая меня с головой. Алло. Здравствуйте. Привет. Слушай, нельзя же месяцами пропадать. Ты что, в экспедицию ходишь, что ли? Ну, ты намерена сегодня произнести что-нибудь? Ужасное дитя. Или ты совершенно деградировала за эти 3 дня? Вы уже дни считаете? Борис, вы, наверное, просто по уши влюблены в меня. Что-то я вас неважно слышу. Ты наглый подросток и больше ничего. Между прочим, как твои дела по литературе? Скверно. Мне уже 3 недели надо писать сочинение о Катерине в «Грозе», а я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать? Подожди, пока они отвалятся совсем. И сошлись на то, что тебе нечем писать. А ты-то что смеешься? Вот смотри, когда пойдешь ко мне на свидание, не забудь захватить свой дневник. И учти, теперь каждый раз буду проверять твой дневник и подписывать. Много чести. Для меня? Нет. Для меня, конечно. А знаешь что, мне захотелось почему-то прийти к тебе. И не забежать, а основательно прийти. Посидеть. И где-то что-то, ну, вроде попить чаю. И тогда, когда твой Максим будет дома. Извините, пожалуйста, я вам перезвоню. Я сейчас не могу разговаривать. Ну, хорошо. Что это за тип тебе звонит в последнее время? Это, предположим, инженер будущий. Кто? Инженер, да-да. Он будет проектировать какие-то снопокосилки, землеройки, сеновязалки, ну, в общем, так далее, так далее. Понятно, понятно. Что ж ты за человек такой, а? Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что нужно вот таким инженерам от таких дурочек, как ты. И он продолжал меня пугать, ну, всякими невероятными историями. Давай мы элементарно просто вспомним примеры из классики. Ну, вот Катерина из «Грозы». Это истории, каких в жизни, как правило, не бывает. Анна Каренина, надеюсь, вы это в школе проходили уже. Я, наверное, за это время уже успела 3 раза заснуть и проснуться, а он все продолжал. Ну вот что. Как зовут твоего инженера? Его зовут Самсон Далилович Шахерезадников. Тебя это устраивает? Это пришла Наталья Сергеевна. Она улыбалась. Ее расплывшаяся фигура в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках. Все в ней дышало оживлением, пикантностью. Ненавижу. Добрый день. Здравствуйте. Нина, ну вот, папа купил апельсины. Ваш папа. Да нет, ваш.
Он купил для вас 5 килограммов, а попросил меня занести. Его срочно вызвали. Да что вы, Наталья Сергеевна, да у нас их полным-полно. Вы знаете, весь балкон ими завален. Деваться от них некуда. Ой, зря вы такую тяжесть таскали. А они у нас по всему коридору катаются. По всему. Вот смотрите, вот. Вон в тапке один светится. А вчера Максим, он в ванной гвоздь апельсином заколачивал. Представляете? Да. Наталья Сергеевна, зря вы такую тяжесть таскаете. Зря. Да. Зря. Я понимаю. Ну, конечно, если гвоздь заколачивал... Наталья Сергеевна, пожалуйста, извините нас. Да нет, я все понимаю. Ничего, ничего. Я понимаю. Ну что? И очень хорошо, хорошо. Очень даже прекрасно получилось. Что ты так смотришь? Ну что ты маешься? Бедняжка. Бедняжка. Это что-то маленькое, убогенькое, хроменькое. Ой, что это? Неужели опять? Проклятый бог. Снег. Снег. Ну же. Ну, начинайся же. Ты заставляешь всех ждать это. Это так бестактно. Не начинается. Я сижу на своем старом диване и упрашиваю снег начать, наконец, представление, чтобы с неба грянули миллионы белых акробатов. А за окном город. Пока без снега. В бесчисленных чужих окнах загораются огни. За одним из этих окон чужих мой папа. Как он сейчас? Интересно, о чем он думает? Снег. Снег, это стыдно так ломаться. Но прошу тебя, прошу, начинайся. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, папа. Ну, как понравились апельсины? В общем, все нормально, все хорошо. Все хорошо. Нет. Привет. Привет. Что-то я по вас соскучился, ребята. Как правильно? По вас? Без вас? По вас. По вас? Слушайте, а какие планы на сегодня у вас? Вот что, едем на рыбалку на 2 дня. Ты представляешь, Макс, как всегда, костер, картошка. Едем. Прекрасно. Едем. Едем. Давай, где наш рюкзак? Только одно условие, одеваться потеплее. Понял. Нинка, где мои удочки? Нина. Нина. Что случилось? Опять? Ну что же ты стоишь, Макс? Звони в скорую. Нет, погоди. Погоди, я сам позвоню, а ты спускайся вниз и жди. В глазах отца застыл ужас. У него всегда такие глаза, когда у меня начинается это. Пока отец паникует и кричит в телефон, я лежу на диване и смотрю в окно.
Эх ты, мысленно упрекаю я снег. Так и не захотел начаться. Я знаю, это последние спокойные минуты, хотя и очень больно. Сейчас приедет скорая, и все завертится, как в немом кино. Повезло. Дежурил мой любимый доктор Макар Илларионович. Чудесное имя. Он замечательный хирург, и мне стало как-то спокойнее, когда я увидела, что вновь попала в его руки. 9 лет назад он удалил мне почку, и меня интересовало, что же он будет делать со мной на этот раз. Все время, пока Макар Илларионович меня осматривал, отец топтался около него и бормотал, ну, уже совсем непотребные вещи. Например, не стесняясь меня, он сказал: «Доктор, эта девочка должна жить». Макар Илларионович как-то резко к нему повернулся, вероятно, хотел что-то сказать грубое, но промолчал. Наверное, он вспомнил, что 9 лет назад... здесь стояли оба мои родителя и умоляли его о том же. Ступайте домой, дорогой. Ступайте, все будет хорошо, так как надо. В город вернулись теплые дни. Целыми днями я просиживаю на скамеечке в дальнем углу больничного парка. Иногда ко мне подсаживается Макар Илларионович. То ли поболтать, что на него не похоже, то ли... вообще не знаю. Он личность загадочная, странная. Кто я ему? У него таких, как я, сотни. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуйте. Тебе страшно? Только не ври. Я ведь знаю. Это страшно, конечно, ждать. Ну и зря. Зря, между прочим. Эта операция теперь при современном уровне пустяк. Угу. Ну, естественно, не пустяк, конечно, но никакой опасности для пациента не представляет. Ты мне верь. Да, взрослые никак не могут понять, что сказки вовсе не для детей. Дети не нуждаются в них, они мужественные люди. Скажи, пожалуйста, мужественный человек, а ты обратила внимание, здесь у нас в больнице находится такой симпатичный, такой рыжий парень? Обратила. Это незаурядный человек. Ведь вот у него такая же болячка, как у тебя. Угу. А он ждет. Он ждет, когда я ему сделаю такую же операцию, как тебе. Вы считаете, что он счастлив, имея перед собой такую перспективу? Нет, Нина, я просто хочу, чтобы вы познакомились. Макар Илларионович, зачем? Вообще, на твоем месте я просто бы влюбился бы в него. Я же маленькая, мне всего 16 лет. 16 лет? Помнится, в 16 лет я уже был влюблен. Неоднократно. Медленно течет время, а я все думаю, думаю. Тут в больнице приходится много думать, от нечего делать. Я думаю о нашем доме, о школе, о Максиме, о его фифах, о Катерине из «Грозы».
Я думаю о папе и даже о его Наталье Сергеевне. Единственное, о ком я почти совсем не думаю, это Борис. Я себе это не позволяю. Зачем? Он, конечно, давно забыл о моем существовании. Нет, лучше думать о сегодняшнем дне. И в некотором роде о завтрашнем, в смысле операции, которая мне скоро предстоит. О славном, добром, рыжем Рюрике. И о том, что вечером обязательно придет Максим и будет меня учить жить. А утром придет отец. И оба мы будем делать вид, что никакая черная кошка между нами не пробегала. Уже смеркалось. Я ждала, что вот-вот придет Максим, и вдруг... Вдруг я увидела Наталью Сергеевну. А, здравствуйте! Наталья Сергеевна, ну что ж вы стоите? Проходите! Ну, как ты себя чувствуешь? Выглядишь хорошо. Ой, хорошо, спасибо. Ты знаешь... Вот давно хотела поговорить с тобой. Давно собиралась. Ну, ты надо было давно поговорить. А сейчас о чем же мы можем говорить с вами сейчас, а? И все-таки, давай сейчас. Валяйте. Ты заметила, как отец выглядит в последнее время? Знаешь, совершенно не спит ночами. Курит, молчит. В доме не выветривается запах лекарств, валидола. А вы рассчитывали без валидола? Ну зачем ты так? Ведь ему плохо. Он страдает, и ты мучаешься. Знаешь, у меня нет больше сил смотреть на это. Я знаю, ты хочешь, чтобы я ушла от него. Оставила его одного. Ты этого хочешь, я знаю. Вы зачем сюда пришли, а? Чтобы я вам ответила на этот вопрос? За этим? Нина, я знаю, ты думаешь, что я враг. Думаешь так, пришла, отняла отца. Это не так. Ну а потом, почему отняла? А разве мы не могли бы жить все вместе? Одной семьей, а? Нет, вы не враг, Наталья Сергеевна, нет. Просто не надо было вам в это дело соваться. Вы же знали, что отец не разошелся с мамой, что она погибла, понимаете? Погибла. Знали, что есть дети. Я, Максим. И вы... Вы после этого, вы говорите, семья. Из-за вас нет семьи. Я люблю его. Ну и что? Что из этого следует? И он меня любит. Это неправда. Нет. Вы же не знали, какой человек была наша мама. Он не мог разлюбить нашу маму никогда в жизни, нет. И тебя даже... Не приходит в голову, что ты можешь ошибаться? Это ужасно. Я не знаю, как мне поступить. Ты очень несправедлива ко мне. Очень. Все. Все против меня. И отец... И даже Максим. А я рада, что высказала ей все. Угу. А слезы у нее на глазах, ну как настоящие были. Ох, ой, хитрюга. Ведь для этого и приходила. Влезть в душу, расположить к себе. Ну нет. От меня не дождетесь, мадам. Не дождетесь. Я не имею права умирать.
Нет, я не умру. Я не доставлю ей этой радости. Наконец пришел Максим. Нина! Что случилось? А что случилось? Да просто я ее ненавижу. Понял? Ты теперь у них ешь. Она очень вкусно готовит. Да нормально готовит. Ты стала невыносимым человеком. Ты стала человеком, с которым трудно разговаривать. Что дальше будет, просто ума не приложу. Ничего дальше не будет. Зачем ты так говоришь? Ты посмотри, во что отец превратился. Тенью ходит. Наталья Сергеевна не спит ночами, осунулась, похудела. Похудела? Надо же, на диету села. Нина, послушай меня. Да что послушай? Сам же ее не любишь. С чего ты это взяла? С чего я взяла? Я тебе все-таки сестра. А не любишь ты ее, потому что она заняла место нашей мамы. Нина, никогда ни один человек не может занять место другого человека. Нет, ты это, конечно, не сможешь понять. Ты все-таки еще ребенок. Ты знаешь о том, что отец каждый вечер просматривает наш семейный альбом с фотографиями? Нет. Значит, он любит маму. До сих пор. Значит, я права. Права. Но мама разлюбила отца. Как это? Так получилось. Она полюбила другого человека. Не может быть. Не может быть. Почему же она не ушла? Не знаю. Наверное, чувство вины перед отцом. Хотя нет, нет, она не была перед ним ни в чем виновата. А потом мы. Она бы себя чувствовала предателем, если бы ушла, понимаешь? Откуда ты это узнал? Я и раньше догадывался. А теперь нашел два письма в маминой записной книжке. Я не спросила, что было в этих письмах. А Максим не стал рассказывать. Слишком трепетно мы относились к памяти мамы. Скверно, что я тебе все это рассказал. Каждый вечер я говорил, завтра Нинке скажу, обязательно скажу. А вот теперь сказал, не знаю для чего. Ну, для чего? Ты понимаешь, у тебя сейчас возраст какой-то. Обвиняющий, что ли? У меня у самого так было, я знаю. Так вот, зачем я тебе все это рассказал? Чтобы ты милосерднее была. Не только к отцу, вообще к людям. Чтобы сердце твое поумнело. Вот, наверное, для чего. Ну, я пошел. Подожди. Ты что так плохо выглядишь? Курсовой проект пишешь? С вами попроектируешь. Ну, я пошел. В палате уже погасили свет. А я не могла уснуть и вышла в коридор. Меня увидел Макар Ларионович. Нина, ты знаешь, который час? Почему режим нарушаешь? Не могу, не спится. Так, ну что, посидеть с тобой или сразу в палату? Посидите, Макар Илларионович. Ну что ж, договорились. Что же тебе рассказать такое интересное? Макар Илларионович, а у меня папа недавно женился на очень хорошей женщине. А я извожу и отца, и брата. Всем нервы треплю, как последние. Ужасно, да? Да уж, чего хорошего. Thank you.
даже ноги ослабели, когда я увидела его. Борис, он возник из мира здоровых людей и был его воплощением. Не улыбаясь, он молча смотрел, как я подходила к нему такому красивому в этом диком больничном халате. Ну вот, и свиделись. Ты сказал это тоном человека, просидевшего на каторге 30 лет и случайно заставшего в живых друга детства. Я тебя вижу второй раз в жизни. Да это же можно сойти с ума. Ты у Максима узнал, где я? Ага. А как ты умудрился в тихий час прийти? Да ладно, это не важно. Ты лучше расскажи, как ты здесь, симулянтка? Да ничего. А вы с братцем великолепная пара сапог. Сначала он говорил, что ты на занятии, а сегодня утром наорал на меня. Сказал, что человек уже 3 недели валяется в больнице, и никому до этого нет дела. И ты пришел? Ты пришел, чтобы проведать меня? Ну что ж, давай поговорим. Ну, давай поговорим. И мы замолчали. Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда. Сидит со мной на скамейке. Мне казалось, что это Максим его умолил прийти. В ногах валялся. Нет, ничего подобного Максим сделать не мог. А, наверное, Борис подумал. Бедная, смертельно больная девочка. Подъеду к ней и подарю ей 15 минут счастья. Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него. Влюблена. Наконец-то я себе призналась в этом. Я понимаю, ты в затруднительном положении. Потому что, с одной стороны, надо о здоровье спросить, а с другой стороны, как-то неловко напоминать больному человеку о его здоровье. Вообще-то ужасная штука. Посещение тяжелобольных. Ты улыбаешься, делаешь ему участливое лицо. Ты же не знаешь, о чем можно со мной говорить. Так вот, я сейчас замолчу, и ты можешь со мной говорить обо всем. Обо всем и... Хватит! Надоело! Что это за безобразие? Я еду на свидание к молоденькой девушке, перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так, что в меня глядеться можно. И вот вместо девочки меня встречает зануда. И уже битых полчаса ведет скучнейшую беседу. В боку у нее заколол. Подумаешь? Понимаешь, все оказывается очень сложным. Сейчас я тебе все объясню. Я не понимаю, к чему, зачем Макар Илларионович будет делать операцию обреченному человеку. Для чего? Чтобы я прожила еще 3-5 лет. Хоть с этим ты согласен? Нет, не согласен. Знаешь, у меня очень старенькая бабушка. Такая старенькая, что каждый раз, когда я возвращаюсь домой из института, я боюсь, что не она откроет мне дверь. Понимаешь, они с дедом любили друг друга с 15 лет. А потом она 7 лет ждала его с войны. Дождалась. Наконец, когда им исполнилось 22, они поженились. И прожили 7 месяцев, день в день. Ты взрослый человек, я не буду тебе объяснять, что значит прождать 7 лет, прожить 7 месяцев. Это был очередной налет петлюровцев. И деда повесили на глазах у молодой жены. И вот это было совсем недавно, несколько месяцев назад. Какие-то дальние родственники прислали письмо, и в нем фотографию деда. Я никогда не видел таких лиц, какое было у бабушки, когда она вскрыла конверт. Она не сказала ни слова.
и весь день провозилась на кухне. А ночью у нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. Я слышал, как она ночью разговаривает с дедом, плачет и говорит: «Ну как я тебе нравлюсь? Посмотри, на кого я стала похожа. Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом утром она мне призналась. Знаешь, когда я разорвала конверт, и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове. И я на самую маленькую секунду подумала, что мне снова 22, что дед уехал на ярмарку и пишет мне оттуда письмо. А его смерть и вся моя жизнь – это просто страшный сон, который снился прошлой ночью. Да, наверное, это очень тяжело вдруг увидеть лицо любимого человека, который погиб столько лет назад. Ладно, слушай, давай есть апельсины, а то получится, что я за ними зря в очереди стоял. Кто это там идет, а? В конце аллеи. Это Макар Илларионович. Ой, сейчас мне влетит, что я в тихий час здесь болтаюсь. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А ты долго не сиди, Нина. Сыро? Кто тебе будет делать операцию? Этот фантомас? Угу. Он хороший. А что у него с шеей? Это фронтовое ранение. Мы долго сидели молча, греясь на скудном осеннем солнце. Я вспомнила, что скоро придет Максим. И представила, как буду сидеть между ними, такими красивыми парнями. Как это будет выглядеть со стороны. Еще я подумала, что вот он посидит еще немножечко и уйдет в конце концов. Ну ладно, посидел и будет. Иди. Успеется. Да, ты знаешь, совсем забыл тебе сказать. Я сейчас встретил в автобусе ту девушку из театра. Помнишь? Вот так удача. Надеюсь, на этот раз ты не упустил случая? Ни за что бы не упустил. Я бы ехал за ней до самой последней остановки, если бы не торопился так к тебе. Ты что-то сказал? Я вижу тебя второй раз в жизни. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Если бы я не родилась вовсе, то это было бы для меня катастрофой. Утром я проснулась и слушала, как пробуждается клиника. Потом открылась дверь, и в нашу палату быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел и положил руку на мое плечо. И я сразу все поняла. Как спала? Интересно, что тебе снилось сегодня? Доброе утро, Макар Илларионович. Уже сейчас? Неужели сейчас? Ну-ка, посмотри на меня. Это еще что такое, Нина? Почему у тебя глаза на мокром месте? Макар Илларионович, а может, не надо? Новое дело. Это еще почему? Я боюсь. Ну и что? Все боятся. Тут самый фокус – взять себя в руки. Ты сделай вид, что не боишься. Ладно? Ладно. Значит, договорились? Договорились. Вот и хорошо. Ты отдохни еще несколько минут. Подумай о чем-нибудь веселом. Thank you.
Вот и пришел мой час. Папа, прости меня. Прости меня. Я всех вас очень люблю. Всех-всех. И Наталью Сергеевну тоже. И бабушку Бориса. А теперь я подумаю о чем-нибудь веселом. О чем же? Ну, хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис. И напишет мне записку, ну, какой-нибудь каламбур, вроде оперативно. Здесь делают операции. Хорошо бы придумать что-нибудь остроумное ему в ответ. Сегодня я проснулась от резкой перемены во всем окружающем. За окном медленно падал снег. Он падал тихо и бесшумно, как будто не являлся впервые, а пройдя долгий путь, возвращался на землю, неся в себе некую разгадку и успокоение людям.